Последний звонок прозвенел в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина в городском округе Фрязино. 75 выпускников отправились в большое плавание. Надеюсь, что через 25 лет 75 сегодняшних выпускников здесь в статусе вдов с дозванием генералов со звездами героев обязательно встретятся, придут и покажут будущему поколению, как нужно любить школу, любить родину. У вас непростая профессия, вы выбрали непростой путь. И в эти сложные времена это особенно достойно. Летная школа воспитывает отважных романтиков. Любовь к небу, здоровый образ жизни и смелость – вот основные качества нынешних выпускников. Здесь получают не только среднее образование, но и первоначальные знания по военно-специальной авиационной подготовке, а также приобретают навыки работы с беспилотными летательными аппаратами. Таких школ в России всего 4. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев многое внимание уделяет данной школе, тому, как вы одеты, как вас кормят, как вы проводите свои будни. И, естественно, это все отражается на той выправке и на той подготовке, которую вы сегодня получили. Желаю вам всем высокого полета, высоких достижений. От Союза женщины летных специальностей авиатриса, вертолетного полка 8-й авиационной ордена Жукова дивизии особого назначения и местного отделения Союза женщин России благодарственные письма вручили директору Ярославу Долинчаку и педагогам школы. По традиции выпускники станцевали вальс. Веселая юность прощается с нами при двери дальних дорог. Праздник завершился торжественным маршем. Евгения Корытько, Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.